Хемана Витей, вероятно, был самым контркультурным документом своего времени. Все над ним смеялись, говорили: «Да посмотрите на этого папу, что за время сейчас? Конечно же, это поможет бракам. Браки станут крепче, разводы упадут. Это будет панацея всех наших проблем». Говорили, что это позволит нам решить вопрос с перенаселением, что женщины будут активнее в мире, смогут управлять с размером своей семьи. Это волшебное зелье. Есть огромный рост интереса к этой новой, чудесной таблетке. А у него хватает смелости противостоять. Он предсказал рост использования женщин, абьюза женщин, женщин, использующих мужчин, рост разводов, рост измен. Рост измен, рост внебрачного секса, рост разводов, рост детей без отца, и все это приведет к росту преступности, наркотиков и всех других социальных проблем, которые мы сейчас считаем просто частью мира. Чем больше мы на это смотрим, тем больше думаем, откуда он знал? Это было пророчеством. Он был пророк, даже больше, чем он себе представлял. Читаешь документ сегодня, и видно, что он далеко обогнал время. Он предвидел последствия. Смотришь назад, это потрясает. Какое у него было предвидение? Он видел мир, который принесет нам контрацепция. Незащищенные. Папа, таблетка и проблемы сексуального хаоса. Все это можно вывести как следствие контрацепции? Если так, то как?